Большая яма, куски асфальта и море кипятка. Во дворе 10-го дома по улице 19-го партсъезда крупный порыв на теплосетях. Территорию начало затапливать в пятницу 11 октября. Спустя три дня авария не устранена. По словам местных жителей, до этого на участке работали сотрудники Омской тепловой компании. 9 октября завершили. Жителям вернули горячую воду и отопление. Радовались недолго. Ремонта хватило на пару дней. Телеканал Омск ТВ получил комментарий ресурсоснабжающей организации. По адресу 19-го партсъезда 10 сотрудники тепловой компании провели работы на подземном трубопроводе. В настоящее время потребители обеспечены горячим водоснабжением и отоплением. Обратная засыпка будет завершена до 25 октября.